Академгородок 2.0. Сибирский научный центр укрупнят. Проект уже поддержал президент России. Концепцию должны разработать к осени этого года. Это комплексный подход, так же, как и предлагал Лаврентьев. Это и развитие научной базы, это и развитие промышленности, инновационной промышленности, которая будет заниматься внедрением и подготовкой к внедрению разработок ученых. Это и, безусловно, развитие образовательного комплекса, и это комплексное развитие территории, в том числе социальной и инженерной, коммунальной инфраструктуры. В научный центр включат новые территории – микрорайон Нижняя Ельцовка, Наукоград Кольцово, поселок Краснообск и, возможно, Бердск. Новосибирск станет пилотной площадкой по созданию подобных центров в России. План первоочередных шагов планируют разработать в течение месяца. Полную концепцию Совету по науке и образованию при президенте представят осенью этого года. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!